Собираешься на потную катку, но нечего надеть? Обнови свой инвентарь на loot.farm. Здесь минимальная комиссия, бонусы и огромный выбор скинов. Поборись за уникальные вещи на аукционе. Loot.farm. С нами красивее. Сам обменивал, все надежно. Я уже переоделся. Теперь твоя очередь. Ссылку на лутфарм я оставил в описании. Suicide Squad! Attack! Bang! Всем привет и приятного аппетита. На днях вышло у меня два ролика, где я рассказывал о том, почему люди попадают в скрытый пул, что его создают другие читеры и как они переливают себе рейтинг. После этого читеры объявили мне войну. Вот, ролик там можешь посмотреть по ссылке, там на старте я объясняю. И после выхода уже вот этого ролика о войне, они у себя в сообществе предупредили, что теперь 70% в моих играх, игр на стриме, будет состоять из игр против читаков. Они будут меня стрим-снайпить с помощью своей же программы и всячески показывать и наказывать за то, что я делаю. Но это все удалось законтрить, и за вчерашний день ни одного читера против меня замечено не было, благодаря некоторым хитрым манипуляциям. Один раз, правда, попался какой-то рандомный парень, совершенно не читер, который в середине узнал, что играет против Травомана, и запостил в чат рекламу их программы. К слову, они это сразу заскринили и запостили себе в группу, типа поймали Травомана, хотя это, конечно же, им не удалось, по крайней мере, не с помощью проги. Так что война продолжается, пост на Reddit, в принципе, свои 2000 лайков набрал, ждем реакцию от Valve, надо подумать, что еще можно сделать, пишите в комментариях, может быть, какие-то идеи. Ну а мы переходим к пути ниндзя, он пройден, больше тут даже добавить нечего. Так, учимся Лансер не фармить лес. Лансерником, ты слышал? Лансерником дрится нашим пиком. Ну, пошли мы с тобой нахер, я так понял. Эй, контры, мужики, все окей. Да, не боись, ребзя. Все будет чики-бомбони. Уже не европейцы, уже наши. Посмотрим. Опять же, не хочу показывать, что я это я. Осуждаю. Осуждаю. Какие плохие слова говорит он. Это просто ужас. Осуждаю. Ну да, ну да. Лансер же метовый герой сейчас, я слышал. Метовее, чем СФ, СОД. Ну, нам пизда, я так понимаю, да? Зеленый, как прокомментируешь ситуацию? А какой герой убивает Лансера с этими слотами, что ты говоришь? Какой герой его контрит полностью? А я люблю музыку. Тэчес. Тэчес, ребята. Миша, посоревнуемся в годности треков. Какой, например? Дайте мне белые крылья. Миша уже вышел из соревнования. Нет, убивает иллюзии Лансера с 3,5. Не обижайся на него. Спасибо большое за трек. Треки годные у всех, тут даже соревноваться нечего, просто можно кайфовать и все. Да не убивает вначале. А Пейтер Хаммером не убивает. Нормально все иллюзии одновременно станет. Знаешь такое? Да, ну да, пошел я нахер. 3500 хп. Вот я, кстати, так приятно лично раз осознать, что вот эта вот катка прошлая, да? Что этот парень на Найксе, он за меня. Ну это 3К, это смурф. И типа это не по ТС на мэне, такой типа. Еще есть с ультой. Ульта, которая кдешится 130 секунд, а у белки 13 секунд кдешится. А что, мы будем драться каждые 50 секунд? Мы если дойдем до его 3000 хп, он будет резаться, блядь, 90 секунд. Кач, кач, кач. Противников, кстати, никто особо не забирает. Ребята, вам сюда. Совсем не ловушка, нет, ни на что не намекаю. Капец, вот это, конечно, плотные мужики, ничего не скажешь. Плотные ребята. Плотные парни мне попались. Ну, мы расправляемся.
Так, вот его ДД отпинали. Ничего. Парень камбэкнется. У него фулл экспа. Так, ну чё? В принципе, вот здесь постакаем, наверное. Еще белка на линии напрягает. Раз, ну, два, если... да, все, три. Все, мы поняли, все, все, заткнись. Она напрягает панцирь. Там на линии прям этот. Поэтому лантера просто не будет фрифа. Не отпускает молодой. Трика сложный гон на 8. Да-да. На самом деле в этом что-то есть в твоих словах. Но на 8 меня хотя бы будет. Ну хотя не скажу, что больше слушать. Также, знаете, вот ситуация такая же, к слову. Разницы не вижу в этом плане. То есть и там одинаково не хотят какие-то новые форматы игры воспринимать. В принципе, их право, опять же, да, никто никого из него что играть не заставляет. Просто это вопрос того, что хочешь выиграть. Умей подстраиваться под ситуацию на карте. 1-2. 3-4. 5-6. Наслаждаемся зрелищем на экране. Ба-бам! Трипл стак. Класс! 4. 4 голема неуязвимых. Я всегда мечтал. Ой, ё-моё. Надеюсь, Лина на экспо не подойдет, потому что мне ее не хватит в таком случае. Сейчас третий апну, будет очень приятно играть. Я думаю, я его здесь апну. Все, по сути, качаем зарядики и сидим, чилим, стакаем, стакаем. Привет. Спасибо большое за поддержку. Привет, зверь. Привет. Это снова я. Посмотри, позже мою соло-рампашку натечись. Кстати, игру я проиграл. Если не сложно, ссылка удалена. Спасибо большое. Спасибо, зверь. Ролики вообще не смотрим на канале. Формата такого нет. Ну, с таким никнеймом я не мог не скинуть эту песню. Спасибо. Спасибо. Что у меня с никнейм? Даже забыл уже. Как это связано? Я не в теме, короче. Слишком... Я не знаю, молот или стар, как правильно говорить, но, короче, я не в теме. А, блин, я бы хотел, наверное, еще раз стакнуть это все. Хотя вот это уже... А, здесь зафармим маленьких, смотрите. Вот так сделаем. А потом все постакаем. Ты шок, конечно, вот эти ребята. Чем мне с ними надо делать? Вот, как разработчики доты думают, должен лесной течис фармить вот эти стаки големов? Можно их не плодить, пожалуйста? Там, типа, один голем на пачку, не больше. Но какая-то лимитировка должна быть там, я не знаю. Это же должно быть контролироваться как-то. А то получается какая-то просто неограниченная, неубиваемая история. Не стакнулась, кстати, здесь. Я ж думал, сейчас на меня наедет. Спокойно, спокойно, молодой, все нормально. Все свои. И здесь не стакнулось. Должно было. Но я не в тайминг чуть вышел, будем честны. Так. Пятая минута. В принципе, четвертый левел с половиной. Вполне себе на уровне карты. То есть течес здесь не сильный. Это важно понимать. На ОД перефармливают, ребята, как я и говорил. Я в нем не сомневался ни единой секунды. Это свой в доску парень. Знаю, что делать. Кореш мой попросил специально со мной поиск запустить в одно время. 3, 4, 5. Давайте вот так тогда. Вот так должно стакнуться все, я думаю. Сколько же здесь опыта лежит для меня? Эх! Тут стакнулось. Хватит двух вот так вот забрать. Я, по идее, пятый с этого должен поднимать. Пятый.
Ну и слушайте, там и големчики сейчас рухнут, получается. О, на ливере просто. Как подкошенные. Вот это очень хочется застакать. Ну-ка, курьер, далеко не уходи. Показывать будешь. Чтобы все идеально по таймингу вышло. Блин, деревья хорошие вырастать. Что за это самое-то? Самодеятельность. Огур ушел. Трэш, что ли, в катке? Нет. Значит, сидим, отдыхаем. Курьер, ты свободен. Словно птица. Стакнулась. Ну, по крайней мере, максимально похоже по звуку, что стакнулась. Противник, да. Нет! Да ты чё, мужик? Алло! Вот это наглость! Давай, Пангалер, отпинай его. За всех нас. Блин, он еще и нафидел на Пангалере. Да ты чё? Ну это шок, конечно. Это просто шок. Вау. Вот это ученый тут подтянулся, конечно. На СФ. Я тебя запомнил, парень. Чего на Эвере не может реген закупить? Я тебя запомнил. Как знаете, своевременно вот эта песня, знаете, такая депрессивная. Негативная. Я вообще в шоке. Нет, что он себе реально позволил? Это же next level. Неуважение к тиммейту. Ему со мной сейчас всю катку играть. Че я больше хочу, кстати? МС, наверное. Че там ПЛ у противников? Ну, смотрите, в принципе, я готов. Он мне помешал, конечно. Я был бы седьмой, но в целом... Курьер сил света был убит. Вопросов не особо. Все равно... Я вам сейчас покажу, как ставить на место таких СФ-чиков. Мидеров. Поехали. Пелчик в боте, правильно? Да. Теперь я мидер, мужик. А ты лесник. Давай, до свидания отсюда. На панга, чё ты его шатать-то не можешь? Прям вот хоть сам приходи и все дело, я не знаю. Так, что, экспу здесь лутаем? В топе там парни вроде всех выносят тоже. Зайчики-красавчики, в принципе. Противник нас пока не видел. Сидим, качаемся, у нас все устраивает. Скоро к нам все сами придут, нам ничего не надо искать там, делать. Что-то он на вивера ругался, а вивер нормально так. Шпилит там, я смотрю. Ребята, кто не понимает, что за трек? Над баннером. Трек написан. Не могу я курицу убить, мужик. Три тычки, но я, во-первых, покажусь, а я ниндзя. Мне нельзя показываться. А во-вторых, это как бы это самое. Показать свою позицию в явном виде. Расхайловочка солидная. Классный трек. Классный трек, мне нравится. О, курочка все равно нашла свою кончину. Нет. Мужик, ну нет. Ну ты не мог так поступить. Это слишком смешно. Ты чё? Думал, тут он думал, что здесь крипы просто так пропадают. Это же точка невозврата. Бермудский треугольник. Сюда нельзя, мужик. Оп. Фармимся, качаемся. Слушайте, ну я СФ уже перекачал. Он на самом деле своим вот этим поступком развязал мне руки сделать вот так. И я теперь просто на нереальном оверфарме
При этом за счет этого же самого СФчика. В принципе, все по кайфу. Так что пойдет. Че, смотрите, 11-я минута, я 9-й уровень. У меня есть линза. Извините, почти 10-й я имел в виду. Почти есть линза. Посодействовал сносе вышки. Че хотел посмотреть? А, че по уровням? Ну, в принципе, только от ОД стою. Но ОД на соло XP стоял. Тут как бы надо этот... Тоже с пониманием и уважением. Конечно, настоящий. Левел ап. Сюда, сладкий. Ой, кайфово-то как. Я здесь буду стоять, пока они сюда не придут. Лево, пока я не стану супер большим. Я уже большой, но я хочу еще больше. Ну, по идее же должен когда-нибудь прийти сюда, там, условно, да? Что-то же поделать ему надо. Тебе огр идет. На линии прям курьер-хантер, я смотрю. И меня просил, и сам хантит. Соскучился. Душевная песня. Прям. Мне нравится. Та-та-та-ра. Что-то никого тут нет. Сижу, скучаю, получается. Никто ко мне не идет. Я до 12 здесь буду сидеть. 12 на ранней минуте это супер сильно. Я лечу, если выживешь, убью, может быть. Ну-ка, этот булки расслабил, отсюда отошел. Все, будем сейчас, что ты понял. Это не по мою душу. Ну, одна сентря у парня есть, но он ее потратил уже. Это же был мой вижен, я им пользовался. Нехорошо поступаешь, нехорошо. Не по-человечески, я считаю. Слушайте, мне надо его убить. Это свидетель. Я не могу его оставить, правильно? Придется так. Там еще свидетель. Никого в живых не оставляем, ребята. Это что за свидетели тут? Вы что, хотели кому-то рассказать, что тут есть ниндзя в этой команде? Нет. Рот на замок. Инфонтан, ребята. Процесс налажен. Процесс отлажен. И изменений терпеть я не собираюсь. Никаких. 4 минки здесь пока. Окей, едем дальше. Как я уже сказал, путь ниндзя — это когда противник не видит, кто его взрывает. Как бы эти ребята, может быть, что-то и заметили, но, к сожалению, они слишком быстро погибли, чтобы рассказать об этом своим союзникам. А после смерти как заново родился, знаете, уже в голове ничего, пустота. Пустота и тишина. Так, это сюда, это сюда. Ждем здесь Пангача. Да, мне Огр тут не мешает, на самом деле. Просто верь, так. Меня хотят. Чувствуете? Феромонами запахло. Что несу, не знаю. Короче, за мной выехали два парня. И я скорее против, чем за. В этом тройничке. ДК в топе. ДК самый толстый. Я вообще вот с ним меньше всего хочу контактировать. Непонятно, где лансер, что он делает. Где эти все ребята фармят. Какая у вас задача на игру, задумка? Опа, смотря встала. А видит ли она мину? Не видит. И он такой, блин, да тут фри. Фрикатка. Стою на чили, как бы. Да, мужик? Привет. Спасибо большое за поддержку. Тебе сюда. Три кабоги не просят стаки.
а просто приходят и берут сво. И не говори, Слава. И не говори. Ну, как бы, мы с этим парнем, я считаю, нормально разменялись. Меня это полностью устроило. Я такой огромный вышел, что это просто нечто. Это просто нечто. Так, здесь опасно. СФ, ты что наделал? Сюда иди. Так, ты свидетель, правильно? Тебя надо устранить. Сюда иди. Вдвоем они так и не подставились. Ну, это пипец, ребята. Я не знаю, но СФ меня подставил. Этот парень меня предал, получается. Ладно, очень хорошо, что я хотя бы в этот замес вошел с накидкой изменения внешности. То есть парни поняли, что что-то не так, да, но я мимикрировал максимально под Тинкера. Я был очень похож на Тинкера. То есть, к сожалению, это одноразовая штука, больше я такое повторить не могу, но... придется играть аккуратно, что поделать, если я решил меня. Ты красавчик. Меру ему. Спасибо большое за 500. Большое спасибо тебе за поддержку. Спасибо за трек, который ты воткнул. Спасибо тебе. Спасибо. С удовольствием послушаю. Так, надо держаться подальше от парня на Шедоуфинде. Играть я буду в боте, я думаю. Мне кажется, в боте самое оптимальное. Сверху, как я уже сказал, уже ДК. Мне, в принципе, на него не особо хочется время свое тратить. До сих пор никто это не фармил. Без комментариев на этот счет просто. Просто no comments. Как бы, да, такое бывает. Сюда, по-моему, летит мужик на флангича. Нет? Как? Кто из них настоящий? Так это ж фантом лазер, в этом-то и суть. Чтоб не знать, кто настоящий. Оля, нах. Не, я не знаю, там какие-то просто задроты собрались. Просто звери зверские. Как их выигрывать? Объясните. Нет, ну вы видели? Они дождались, пока там... Вот, понимаете? Я вам точно говорю. Они знали, что там мины. Думают, ну типа, зачем диффузить? Вдруг умрем, да, параллельно? Они дождались, пока таймер 10-минутный выйдет у первой мины. Чтоб там осталось 5 мин вместо 6. И после таки, все, здесь спокойно можем качаться. И реально пошли и закачали. Но это что-то нереальное на самом деле. Там такие жесткие тайминги. Походу играем против 30к смурфов на самом деле. Благо у меня есть секретное оружие. Я вам всем его еще покажу. Вот через 2000 золота получается. Обязательно посмотрим. Поймем, как работает. Зафиксируем, так сказать, неожиданные подрывы. Вместе с оппонентами. Орчит. Это по урокам Ярика, что ли? Ого, что ты делаешь? Прости, мужик. Решили прийти, все. Ты знал слишком много. Ну просто так решили, почему бы и нет? По-моему, тебя это вообще ебать не должно. Че за токсичная команда какая-то? Мужики, нельзя ли попроще? Что, нахуй, нельзя в нашем лесу походить или что? СФ книгу купи. Что за задроты тут играют вообще? СФ книги покупает. 1x9 играем, мужики. 1x9. Просто никто не спасет, никто не поможет. Рассчитываем только на себя. Книгу саппорту не оставляют. Я из леса, у меня опыта мало. Забирают просто все. Дерут за живое. 3 мины хватит, наверное? Боюсь, что нет. Чувствую, как меня переигрывают во всем фронтам. Так, так, так. Оу. Задротство? Мужик, не могу помочь, к сожалению. Я бы с радостью хелпанул, но как ниндзя вмешиваться не имею права. Что орчит, нахуй? Тут-то. А, блядь.
5, 6. Привет. Спасибо большое. Давай за байди, мужик. Хе-хе, привет. Никто так не собирается. Локс, здравствуй, здравствуй. Привет и тебе. Сборка для 2К ММР, нахуй. Собирается. 8000 пацан. Смачок берем, пока не раскупили. Эксперты на связи. Какие-то два ЧСВшных парни играют тут со мной. Паша Труба, и я только учусь. Не мог не продолжить. Порнофильмы топ. Спасибо, Коляй, спасибо. Спасибо за трек. Спасибо за продолжение банкета, так сказать. Дела нет, дела есть, к сожалению. Я просто уже начал сколько с ним, поэтому с ним и продолжаю. Но на хайрангах играть и зачитание возможно, к сожалению. Я бы с удовольствием на хайрангах поиграл. Но здесь, в принципе, тоже давненько нас не было. Так что даже забавно. Шаль. Ух. Пухлый толстячок. Это я любя его так. Чё у тебя? 1300. Блин, мне бы покачаться чутка где-нибудь. Чё ты на ПЛ дальше идешь? Нет, развернулся. Бам-бара. Ну-ка, поиграем тут. Если враги пойдут наш Т1, в принципе, я готов подстраховать ребяток из своей команды. Ну, подсейвил. Надо найти, это точно. Сейвил молодого. 1500. Четверной прокаст у Огра, как обычно, все ебло. Что это за хуйня вообще, блин? Так, молодой. А ты дальше собираешься идти? А вот дальше очень интересно. Блять, это пиздец, мне все ебло, Огра чисто снял, нахуй. Ну да. Домой, чувак. Домой, чувак, правильно. О! Понимаете, парень всего лишь у меня стаки забрал. Я отжал у него мид, разменял его на фраг для себя. Че вообще это самое? Нет. Ты на меня не лезь, мужик. Не быхуй. Ведь молчит, нас же не спросил, типа. Мужик, ты тут всю игру сидишь в лесу, стакаешь, ты лесник. Наверное, ты стакаешь мне, правда? Может быть, я заберу? Нет, мужик, не тебе. Нет, парень, извини, конечно. Ух ты! Может, я не подпал под твои ожидания, но все-таки. Чтобы увидеть связь, нужно посмотреть на мой никнейм и вспомнить припев песни. А пока вот еще. Дайте мне белые крылья. Нет, это я уже понял потом. Я просто сперва не понял и думал, ты про мой никнейм говоришь, который я в доте поставил. Я поэтому. Ты купаешь криты и рапиру. Потому что ничего другое больше не дамажит. Чё они ругаются? Сидят, ругаются что-то. Мужики, катайте на чиле. Вон, катаю на фулл релаксе. 9-1 счет. Ключ к успеху в релаксе. Понимаете, в релаксе. А парни там сидят, что-то. Ругаются. Ну, что ты делаешь? Просто убивать героя. Понятно. Ну ты взял вивера, который... Спасибо за песню большую. Очень приятные треки. Щелчка. Он толстоват для 3 минут, для 5 минут. Толстоват. Слушай, ну круто, это круто, да. И убегать за мясо. Так, готовы к контенту? Ну поехали. Дорова, видел, тебе понравилась песня Аллы Пугачёвой. Моё. Привет, ТТТ, привет. Все верно. Ничего себе, кавер. Блин, вот кавер искренне, тебе скажу, недолюбливаю, но в целом, спасибо все равно. Давай послушаем, конечно, заценим. Че, кто-то будет здесь играть, нет? Пока вот так можем сделать, чтобы двигаться, не сидеть на месте. Движение — это жизнь, парни. Перемещаемся, перемещаемся. Здесь не могу идти. Ну, здесь центра стоит. Идти-то я могу, конечно, но там вижен, я в этом плане. Что, у меня две попытки, два смока у меня скоплено. Ну, в принципе, на базе у них еще один есть. Так, ну я был в тумане, как бы, он ничего не понял. Но неприятно все равно. Ты чё тут колупаешься, алё? Он здесь реально собирается караулить или чё? Мне уже просто любопытно. Давайте пока дебленька двигаться, хз.
Опа, все, понял. Да какие же вы душные парни, это что вообще такое происходит здесь? Булочки разжать, минерчика пропустить мимо себя, все, с задачей справились, до свидания. Ждем в топе кого-нибудь, параллельно глазик как бы на карту. Да-да-да. Не знаю, дождаться респаун овера или нет, интересно. Хуй тебе. Придурок. Дождусь и пропущу, наверное. Смог главное купить, чтобы ребята у меня не отжали мои. Да, да, да. Мои же, чтобы ребята не отжали. Освещаем себе. Что это за хуйня, блядь? Освещаем себе место, где работать будем. Ты че с 19 уровня, пизда. Очень надо. Спасибо. А че, это большой уровень считается? Ну, в принципе, как ДК, да. Это он у меня еще, не забывайте, подстилил на эсэпчике, подстилил. Так, допускаю, что Огр АФК стоит на базе. Мужик, ну зачем? Уйди отсюда. А как он, как ты собираешься убивать? Он рофлит что ли или что? Почему он стоит АФК на базе? Я не могу прочитать этих людей, они гении. Он меня контрит получается. Парень на игре просто решил меня законтрить. И все, я сижу, жду, пока он где-то появится на карте. О. Можно просто, знаешь, мин не будет, нахуй, одну табличку поставить и буду думать, что там мины, бля. Кидаем сюда, у меня нет выбора, я не знаю. Там гений на игре. Там просто гений на игре. Не контрится, извините. Все, показался, хорошо. А у них ранжирик-то есть, кто-то? Их нету вообще нигде. А, есть, неверно. Ух ты! Хуй знаю, вряд ли. А я люблю музыку на стриме. Ку, ссылка удалена. А вот тут все мы не занимаемся. Привет, тот самый Ситин, здравствуй. Здравствуй. Каждый день. Это гениально. Стараемся. Каждый день, стабильно, нет, привет. Нет, ты уверен, что твои дела как? Хуйня будет? То, что ты сможешь, тебя там не найдут, нихуя не дадут пизды. Охуенно. По видеогайдам учился, так сказать. Есть этот один. Пацаны, я так смотрю, мы на победку играем. А курьер спалил, кстати. Не, не спалил. На реакшене, так сказать, был. Ютубер одного видел, короче? Вот он так делал прям. Не знаю, надеюсь, сработает. Надо хз. Вот какого-нибудь корал бить, чтобы ты не выпускал. ДК 3300. Мужики, пофайтитесь, чё вы как не родные, ну? Вашу центральную башню атакуют. Нет, ну хоть кто-то, хоть а кого-то кто, может подраться, понимаю, нет? Нам пизды дадут, если они все выформят. Поэтому это хуёво, что мы застаиваемся. Я не знаю, я всю игру убивал противников. Вот, нахуй. И типа они без меня вообще никого не могут забрать, так что ли получается? Я же даже не мидер. Я, блин, с леса вышел. Мужики, вы чё? Хоть кого-то заберите одного героя из всех. Они знали противника. Гений получается. Прямо у них встал. Вон лансер в миде. ДК Тараска, походу. Ну, мужики, ну гоу. Манту в ДК Тараска. Это иллюзия. Ух ты! А я не бойтесь! Вы сильные. Привет, наверное, пока. Ты меня не помнишь, давно не тебя смотрю, точка нравится. Привет, помню тебя. Где-то вот здесь ДК. Привет, Грифера, здравствуй, здравствуй. Помню тебя. Да, действительно, давно ты появлялся в донатах в последний раз.
Спасибо за трек. Ну гоу, купите смоки, погнали. Началось. Ну подеритесь, мужики, ну вы чё? И закончилось сразу. Капец, АФК геймплей. БК потом говорят, Тэчес игры затягивают. БКБ. Мужики не могут просто, я не знаю, одну драку любую, хоть кого-то забрать и потом в большинстве драться. Даже если пофиг, если они все умрут, когда одного заберут, мы потом можем собраться в пятером против четырех, потому что я сюда никого не выпущу. Нужно просто второй скилл надо понимать дать, а я ультану. Там ДК и Виверна. Примерно. Да, они сейчас сами зайдут. Раздаркан, блин, быстро фармит. ХЗ, походу. Так и просидим тут. Ну да, в принципе, особо кроме меня здесь никто не играл. Ну, вивер немного. Но он соло не может. Из мемного. Противник, походу, не зашарил, что у него на базе мины стоят, хотя табличка уже закончилась. Ну, поехали, сами убьем кого-то. Все сам. Все сам. Никто не может начать файт, говорит, когда у него в команде СФ с этим... Блинком и БКБ ходит. Мне кажется, не знаю, что ты там, но... Там это где? Я уже тут. Ребята, вы сами-то хоть на мини-карту смотрите. Мне кажется, они сейчас будут заходить, и вот это сапер начинается. Бля, там посмотри, это вообще жесткая хуйня. Они сняли, кстати... Нет, дворцам почился. Там точка, в которой фонтан мины не видит. Фонтан... А подробнее? Я сам такую фигню не видел даже. Не то, что ты ее видел где-то. Какой-то гений на СФе, говорю, просто next level. Не знаю, куда меня кинуло. 30к ММР тут каждый, просто психологически. Че, я хз, парни, что-то делать будем? Ну, давайте так качаться, мне надо 25-й, чтобы я сам игру закончил. А то они тут... Не дадите, походу, этим заняться. Тебе лансер, да? Надо было бы... А у тебя и ула нету? Ой-ой-ой. Я кажется понял, почему они не хотят заходить. Они потому что знают, что там минер, блядь, уже сидит. Не боятся, что у нас вся база заминирована, вот и все. Вашу верхнюю базу. Я с собой. Вау! Ваша верхняя база. Увидите этот резист вообще? У этого типа. Туда, где ты. Да без ты еще будет. Айоныч? Мужик, ну... Того да, там Айон. А хотя он все потратил на Виверне. Плохо, все очень. Ебать. Я сейчас утонул. База падает. Ну, СФ убил, по крайней мере. Аегис. Ну все, можешь Виверну там держать до конца игры. Айон у него, один раз только могу. Только нас сейчас вынесут, блять. Ваша центральная башня разрушена. Так, надо срочно Пангальера убить. Согласны, ребята? Согласны, парни? Да, ебать, долбай. Путь мне не пророчил. Так, ну чё, да что, вот, что сюда за... сладенький на Виверне. Что ты собрал? Айоныч в КД еще, я знаю. Пизда, это не кэрри, это пятерка, нахуй. А потом ДК убьем всем остальным, у меня там хватит на ДК. Вообще прикольный ремикс на самом деле, ну то есть, знаете, такой именно рафляный, не этот. Надо убить. И этого.
Лансер. Не смогу, ребята, забрать там Пангольера, потому что Виверна раньше встанет, но у нее и он откатится. Я буду ДК забирать. Хорош, хорош. Да, спасибо, спасибо. А, Минёрк, сможешь еще ДК убить? Надо идти ломать. С собой. А, так заебись. Бать там мин нахуй. Пошли, короче, просто бараки сейчас вынесем. Да. О, так скажешь, так ты сразу двоих убьешь, они одновременно возродятся. Да, похуй. Они, им там всем надо айон собирать, они не хотят проебать. Ну зато собьешь айон. ДК с блинком, да, если не ошибаюсь? Все, все, ща увидим. Он, наверное, БКБ сразу прожмет. Не, он, мне кажется, не догадывается. Центральная. Лукин спайси. А чё, ребята, а где ваш кэрри? Извините. Поработали немного напильничком. Это пиздец, как сильно. Слава тебе, господи, они так умеют делать. Я уже думал это все. Я приду туда, где ты. Я меня вынесу. Два глазика. Высоты. Кэрри, два глаза. Ты не понимаешь, что ты собираешь ее, у тебя урона вообще нет. Чё у них есть еще? Вышка, вышка, тудышка, сюдышка. Смоки, пожалуй, возьму. Дай мне вот это. А мне тоже надо. Хочу спел призму. Ты же у тебя. Мужики, выбивайте спел призму, парни. Алло, это ж оно на эту хуйню тоже действует. Это ж скилл. И что? Ну так, блять, я считаю, буду с каждой тычкой сильнее бить, чем потом урон. Урон чистый, ну, чистый, а не магия. Любой. Так, хочу аркан рунку. Ой, аркан блинчок. Он даже у фантомки вылечит урон. Да, он. Правда, базовый только. Да ладно, забирай нахуй. Блин, фуфу он дропало. Согласны? Чё, поехали? Второй этап, так скажем. Да не. Точно не люди. Уходи. А это настоящий был лансер? Это не настоящий был. Тут нет настоящего. Он где-то рядом просто. Вот настоящий. Давай, будем максимально давать тебе время. А, у него мины двигаются. Он сейчас, короче, я понял, он сейчас вот эту хуйню сломает минами, и потом пойдет на прор. Ебать, охуенно. Давай, брат. СФ, надо 25-й брать и дефаться максимально. Бля, если мы так игру выиграем, это просто жесть, нахуй. Они сильные очень, не могут зайти сломать нам всю просто. У меня почти хекс есть. У них ломать может только ДК. Не так-то они сильные. А у нас дефать есть еще. А они отходят. Блять, что за билд у Вивера, я хуе. Пилим-пилим дорожку. Ух ты! Пилим-пилим немножко. А я люблю музыку на стриме. Привет, я новенький на твоем канале. Очень много о тебе слышал, но ни разу не смотрел твоих видео. Очень круто делаешь. Продолжай в том же духе. Спасибо. Спасибо тебе, МГК Блум. Спасибо большое за 150. Очень рад, что ты все-таки до меня добрался. Вполне верю, что ты слышал обо мне скорее плохое, чем хорошее, но, к сожалению... Это... неизбежно.
таким количеством аудитории и негативно настроенных людей. Спасибо большое, спасибо за поддержку, спасибо тебе за трек. Рад, что тебе нравится. Да. Буду в том же духе продолжать. Курьерчики летают туда-сюда. Они сейчас по низу пойдут. У меня уже хекс. Надо отдавать. Я если Драгонлэнс успею дофармить, пока они зайдут, то все, они не зайдут уже никогда. Он Драгонлэнс фармит? Что это ему даст? Можно про Абиса? Сложно. Вашу нижнюю башню атакуют. День уже бы мне немножко. Чтоб аркан блинк был, а то так. Дом один, походу, снизу. А у него и диск есть. Сколько мне еще? Балансер вверху. Найс дамаг. Ну долго, долго. Можем пока пообщаться с чатиком, ребята. Пишите в чате. Чего куда? Что чего думаете? Ой, классный трек, кстати, это же под... Он в фиксе. На что-то похоже, короче. На что-то похоже. Бля, спасибо за трек. Приятные песни ставите. Приятные песни. Не, не должен. Мне сейчас будет блинк. Кого добьет, долбоёб? Давай, давай, давай. О, ля-ля, ты посмотри, соляру за... Молния прокнула, поэтому не будет. Опа, Рошанчик. Похуй на Рошана, похуй абсолютно. Да, надеюсь, мужики. Мне сейчас Ренлэнс надо. Ра-ра-ра-ра. Я думаю, раз к ночи накоплю это на мистик став. Не надо, чтобы трон вынести. На глазок мин сейчас наставим, ребята. На трон на 4500. Нам с одной мины где-то 250. 200 тавера, 2 тавера. Плюс это 2500. Да не нужен мне этот тавер, ребята. С учетом того, что они будут отсюда идти, он будет по одному тавру давать. Не два сразу. Все, готово. Пак на трон готов. Фулл пак на трон готов. И мне осталось еще... Чуть... У нас проблема подожди, чуть больше, чем столько же. Чуть больше, чем столько же. Но парни противников, слушайте, настолько же легко на этих рангах это делать. Они АФК стоят, им вообще пофигу, чем я занимаюсь. Типа, что я хочу делать и так далее. Они просто АФКшат, не хотят заходить в стейчесы и все. Типа, они это боятся, блядь, мемно на самом деле. Они думают, что он типа не так, не то делает, что мы хотим, а опять типа фонтан минирует. Пангольер гуляет, что ты хочешь? Айон диск. То есть сперва, смотрите, сперва я заставил их всех купить по Ion диску. Потому что без него они с фонтана не могут резаться, они умирают. После этого я перестаю взрывать их на фонтане и начинаю готовиться к взрыву трона. А они, из-за того, что закупились против меня, уже с моей командой драться нормально не могут, потому что не всякие фуфлыжные Ion диски, и вообще непонятно, что с этим всем делать. Ну, вот так вот на майнгеймсах получается. Ого. Я умер. С моей бэтмен. Опа. Минус молодой. Ну, парни, тенец убьют. Зря, наверное, да? Куда ж так рано-то, мужик? Ну да. Тянет, ничего, все равно будет заходить пытаться. У меня душ нету, бля. У меня пока БКД. Ну, у них есть немного минтов, я оставлял им. Ля-ля-ля, сдох. Ну тебе, не тебе же на линии прыгать надо, мужик. Не тебе же на линии надо прыгать. А меня зафокусили просто. Минер, минер, взрыв, взорви, взорви, взорви. А, лансер вообще тут. Взрывай. Блять, просто мощника. А у него егис, алё. Ба-ба-ба-ра-ра-ра. Ваши центральные казармы атакуют. Да господи, отдай ты эту штуку.
А, у меня слотов нету. Соло делает игру. Просто, блядь, ебашит. Спасибо, мужики, ну, спасибо. Не зря гайды смотрел, получается, правильно? Блять, минер так старался, блять, заминировал тут все, а в итоге просто нахуй. Топорик потерял. Нашел. Так, кстати, может на эти. Или низ на низ, лучше. Две стороны. Давайте, давайте то, давайте мид сразу. Вы видели это, что он делает? А, нейтрон пошли, вы чё? Да ну нет, я зачем это все строил? Сносите их. Секунду, да. Сносите их нафиг, ребята. Противники. А байбеки там все дела, вы чё, это вообще абсурд. Что это? Я ради кого это все старался? Все, в трон прям этих ребят. Офигеть. Уходи, Сэф, ты после байбека. Это шок. Он на линии мне лес сломал, ты чё, ненормальный что ли? Ё-моё, капец, меня триггернуло. Главное, чтобы они не спалили, ты же лес сломал. Пизда. Не, на линии, конечно, гений, ничего не скажешь. Почему деревья так быстро ну, растут? Главное, чтобы они мины сейчас не нашли. Нет, ты, кстати, можешь уже чисто в трон идти, ну. Главное, чтобы они ушли с базы сейчас. 1400. Ух, получается, здесь 6 надо. Нет, 8. Еще немного порнофильмов. Спасибо, спасибо. СВ. Тут 4 пока. Капец. Нет, вы это видели реально? На линии. Я вообще в шоке с этой командой, если честно. Я им всю игру сделал, они все равно какой-то фигней занимаются до того. Семь пока что. А, с этими зарядами багованными. Тиховатая музыка, сейчас погромче сделаю. Просто вот смотрю, эти за компом мальчик. Зарядами. Багованные работают. Ну, нам чел, ты когда готов будешь, нам, наверное, надо с ними файтиться, чтобы не на нас утихлись, а ты там трон им сломаешь. Правильно? Пам-пам-пам. А ты типа хочешь сразу трон вынести, типа не по чуть-чуть? Три кучки мин собрать, одну на одно в Т2, вторую на второе? Или как? В атаку нахуй! Слышь, у тебя сейчас же все мины взорвут сразу. Да, ох, да, советчики, горе советчики, блин. Ух ты, а я люблю музыку на спине. Хорошего вечера. Спасибо, Адаман, спасибо, и тебе хорошего вечера, и тебе. Украинский беспилотник. На старт, внимание, внимание. Ты без байбека, если... О, блядь, чека. Тебе ж надо Т2 сломать. 3, то есть. Старший умный будет идти. Средний будет так взять. Надо вторую, да, вторую сразу. Дурак. Дело техники, ребята. Вот так вот можно в дотке.
Кто не знал? Котлета Гольд. Я считаю МВП. Путь ниндзя одновременно со взрывом трона и взрывами на фонтане. Слушайте, это неплохо. И эти парни отбирали у меня фарм в лесу. 3-6-7 бегает. Ё-моё, мужик. Откуда столько ЧСВ?